Широкую масленицу накануне отметили и студенты филиала Муравленковского многопрофильного колледжа. В субботу после занятий ребята участвовали в конкурсных состязаниях, которые были организованы по аналогии русских народных игр. Перетягивание палки, прыжки через канаты, эстафеты на метлах и многое другое позволили ребятам весело и с пользой провести время. Мы приобщаем наших студентов к традициям русской культуры. В очень интересной, доступной форме ребята еще раз вспоминают об особенностях и традициях этого праздника. Конечно же, помимо предисловия о том, когда этот праздник появился и что является символом этого праздника, блины как символ солнца, конечно же, обязательно ритуал сжигания чучела, проводов зимы и встречи долгожданной весны. После традиционного сжигания чучела масленицы для студентов накрыли столы. Главное угощение, конечно же, блины с горячим чаем.